Доброго всем ФПС, господа, с вами снова я, Шус, на этой прекрасной крыше. Крыша, судя по всему, школы, естественно, тут все завалено. Холодно. У меня есть батарея, вау. А я этого и не помнил. Что мы тут ищем, друзья мои? Что я тут, мать его, делаю? На этой, мать его, школе. Опа! Ну, здорово. Все закрыто, все заморожено. О, кровища! Я иду по следу. Это не кровища, это просто вот теперь. А я-то грешным делом подумал, что кровища здесь тоже никуда не попасть. Но здесь есть чьи-то следы. Мои! Ха-ха! Не мои. Кровавые следы. Я тоже хочу. Пустите погреться. Пожалуйста. Я тебя найду. Идет сохранение. В смысле, тут кто-то будет за мной бегать или что? Нихуя себе. Ой, блядь. Это же эта хуйня. А ты долго за мной будешь идти? Хуяка? Ты где? Бля, где она? Ебать, нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! Я был хорошим, сука, мальчиком! Она сверху пошла. Мы тоже так в школе делали. У нас была пожарная лестница, и было, ну, там есть, был трюк тоже забежать кое-куда, и потом сверху выбежать, когда мы в догонялки играли. Что тебе надо, старче? Дворик. Кстати, интересно. Но вот такого дворика у нас никогда не было. Я считаю, это было бы круто, если бы вот такое у нас было в школе. Там, кстати, стекла горят в кабинетах. Ну так и. Вон там выход написано в столовку. А мне разве надо туда? В столовку? Я же там уже был. В столовке. Зачем нам еще раз? В столовку. Вы думаете, слишком много столовки? Слишком много столовки не бывает никогда. Я заблудился. How about you? Та-та-та. Неужели мы дойти назад теперь? Заперто! Да вы с ума сошли? Что мне теперь делать? Наверное, надо найти разбитое окно. Ну, типа, нам определенно надо вот сюда. В столовку. Но вот где тут есть... Или, может быть, сюда. Давайте искать окна. Блин, вот это крипово, на самом деле. Это я не шучу, это крипово. Давайте сейчас попробуем найти. Ох, блядь, только не разбейся, я тебя прошу. Меня поимели. Типа наступает тот момент в игре, когда ты на самом деле не знаешь, куда идти, и очень близок к тому, чтобы записать. Ну, точнее, не записать, а посмотреть, типа, куда идти. Опа! Ёбаньки в рот, я здесь миллион раз ходил! Там даже еще один такой есть. И в нем, по-моему, тоже нельзя было взаимодействовать. Ну-ка. Бля, с ним можно! Ну шо, ребята, у нас есть два стула. Давайте на этот. И куда это мы? Вау. Здрасте. Тупичок. Идет сохранение. Ой, блядь, ну нахуй. Понял, принял. Я просто пойду наверх, да? До свидания. Бра, ну до сих пор бежит. Хуйня. Кудлатая, блядь. Ты же не будешь подниматься нам здесь, да? А! Ёба, я уже был тут. Я хотел сюда... Вот, да, зеленую микроволновку. Я уже хотел быть здесь. Вот так лучше. Что это за хуйня? Дерево. А, ну да, обои. Закрыто, блядь. Наверное, там мы в следующий трип попадем. А нахуя я вернулся сюда? Ничего нет. На выход пойду.
У меня аж в животе заучило. Ага. Но я... Слушайте, везде закрыто. Че вам надо-то? Открыть. Ну так и? И чё? О, записка. Don't lie to me. Я ее уже видел. Ебать. Ау. Что за хуйня? Оно идет за мной снова? Что это, блядь? Что это? О. Девочка. Джессика! Джесс! Эй! В смысле? Нажмите его. Что? О боже, сын, вот день прошел, я иду к тебе. Я иду. Мы рядом. Спаситель и душа, быстро. В чем проблема? Она бегает от меня. Батареи нет, пойду на звук. О, вот она. Мы прям пришли. Так страшнее будет. Сюда, Блейк. Ну? И чё? Я ничего... Ёб твою мать, блядь. Повесилась. Зачем ты повесилась, блядь? Ведь когда человек... Фу, блядь, аж дёрнуло. Ведь когда человек вешается, это... Должны же быть какие-то причины. Где я? О. Уже интересно. Давайте перезагрузим батарейку. Ведь я беру эти батарейки из трипов, да? Должен. О, мы пришли в шахты. Найс. Так, уху! Приветос. Дружбос. Поднять батарея. Поднять батарея. Поднять батарея. Поднять батальон. В смысле, а где озеро ты увидел? Тут есть озеро? О, и правда. Это озеро? Ну, явно не речка. Так, ну пойдем. Вы, возможно, слышали, как 10 тысяч человек зашло ко мне в комнату. Это нормально. Главное, что они уже ушли. О, я нашел вход. Ебать, это что? Хорошо. Я не суну пальцы в эту воду. С озером что-то не так. Нихуя себе, блядь. Там челик ушел в него. Бро, ты хоть живой? Надеюсь, что жив. Что это за хуйня? Опа. Где? Что снимать? Вот здесь? Что это, блядь, яйца? А, это уши. Это же головы! Спастись не получится. Кругом враги. Поплыть на лодке. Открыть хотя бы. О! Тут окошко открыто. Никого тут нет. Тут типа можно мансить, если что, я не могу понять, почему это все. А, тут задний ход. О, задняя дверь, найс. Открыто. Шпингалет. Чоп! Открываем. А это что? А, рыбку кто-то тут вялит. Ну ты шо? Это молодец, блядь. Очередную дверь мы откроем. Чё нам? Называйте меня Шус, открыватель дверей теперь. Бочку можно сохраниться с водой. Правда, не видно ни хера, конечно. Так и куда? Мы правильно идем, наверное. Нападем на станцию спасателей. Меня должны спасти. Вы слышали, там кому-то хуёвенько стало? Тетя, вам кому-то хуёво там? А что там было-то? Шумит что-то. Выруби пока шум. What the fuck? А что было-то, блядь? Я что-то не понял. Вы поняли, что было? Пока и камера не нужна.
Пойду сверху попалю. Что за ужас здесь творится, блядь? Я не хочу спускаться по этому ебучему ущелью, но, видимо, мне придется. Вы хотите, чтобы я прыгал? Да это же чистой воды суицид. Я пойду назад. Я объясню, почему я буду назад. Я там видел просто кое-что. Хочу проверить, что там было. Мне же тоже интересно. Уху. Опасный спуск. Типа вот сюда и вон туда. Ебать. Видели, как я только что левитировал? А это потому, что Гарри Гудини мой прадед. А кто это там пробежал? Я видел хуйню, которая там пробежала. А видели ее вы? Там он носится, блядь, кто-то. А еще побежит кто-нибудь? Наверное, не побежит. Но суть такова, что мне сейчас туда надо идти. Понимаете меня, да? You got me, bro. Мне нужно туда идти. Если мне нужно туда идти, то надо быть готовым прописать с ноги кому-нибудь. Как я умею, блядь. Только перед этим нужно глянуть. У меня еще 3 батарейки. Вообще без печали и без тени сомнений. Ну что, ребята, мы готовы? Вот тут бегали товарищи. Они захотят меня убить, это точно. Оп! Еее. Кто тут ходил? А? Нихуя не видно. Тут кто-то пролетел вон в ту сторону. Вдвоем. Так, ну тут без вариков. Ага. Вон они сидят. У них там, видимо, все нормально. Вон, побежали, побежали, блядь, смотри. Бать, там зомби. Я знаю, я узнаю трюк из 1000, там зомбированные. Мы туда не пойдем. Милый дом. Давайте лучше в него залетим. Здрасте. Никого нет нигде. Давайте, блядь, возьмем. Запишем записку, блядь. И выйдем отсюда. Как вам предложение? Значит, мне кажется... Оу. Оу. Not like this. Весло, ебать, можно на плоту. Поплыли, блядь. Мы не будем ничего нахуй ждать здесь. Я куда-то плыву, друзья. Используйте АД. Да не, я хочу вообще в камеру посмотреть. Итак. Марк Аарон, если вы найдете это письмо, отправляйтесь прямо в храм врат, расскажите папе ноту об ужасе и муках, которые проверяют мою веру в Господа. Человек в одиночку не может их вынести. Здесь, во тьме, враг выжидает. Враг, спаси, Господи, мою душу и ваши души. Ладно, ладно. Куда будем плыть? Я видел, как люди заходили вниз. Я боюсь, как бы это... Меня не приняли, нахуй, пока я плыву, да? И вот только не надо этих резких выскакиваний, которые сейчас будут, ладно? Вы приготовьтесь там все! Вроде пока все идет неплохо. Блять, то нужно ли мне на центр озера? Я так понимаю, нужно пересечь озеро вон туда, видите, там что-то есть. Не то, чтобы я сильно волновался. Теперь, когда я уже на середине пути назад, а у него и нет. О, Тумашка. Я могу записать Тумашку? Кайф. Читали книгу «Старик и море»? Прекрасная, сука, книга. Что такое? Акулы! А-а-а! Акула! О нет, это акула!
Спасайте свои души, в этом озере водится... Ой, блядь. Акула убила все, что здесь было. Мор рыбы идет, ребят. Это знаки апокалипсиса. Или я просто схожу с ума. Я должен плыть. О, я же говорю, это не простое озеро. Пизда моему плотику. Блять, а там говорят люди, да, вот, здорово. Еще люди, здорово. Плотик. Должен плыть к плотику. Быстрее, плотик. Плотик мой дорогой. Нет. Нет, ебала, уйди. Уйди от меня. Я его плотик единый, блядь. Я ему не изменяю. Нет. Ну, на весло хуёво опираться. Но, по-моему, я оперся. Плотик. Плотик. Нажмите несколько раз. Опа. Оно все еще меня держит, интересно. Поплыли. А куда мы плывем? Куда мы плывем, блядь? Нахуй мы сюда плывем? Почему я не могу? Я могу только назад? Блядь, что происходит? Нас сносит. Хуй. Что происходит? Ты камень, я не понимаю, что творится. Я пытаюсь плыть как человек, но мне предлагают в это вместо теперь старого управления S-ку нажимать. Ладно, поплывем по этим. По реверсивному управлению, ладно? Я просто раньше нажимал V, A, S, D, то есть V вперед, A, S влево, S назад. А сейчас я жму S, чтобы плыть вперед. Ну вот, мы на месте. Блять, как бы риф, уже начинается экстремальный спуск, знаете. Можно врубать камеру и... Всем привет, это Евроспорт, друзья мои, сегодня... Наш уважаемый, блядь, пловец будет проходить опасный участок трассы. Его несет течением. Наш парень не сдается. Проходит уступ за уступом, ухаб за ухабом. Сейчас был очень опасный участок, но спортсмен из Голландии справился. Осталось всего ничего. О боже, нет! Как великолепный Штульц проходит этот участок. Не потеряв ни секунды и справившись с таким сложным этапом этого спуска. Но! О боже! Штульц, ты жив? Жалкое подобие лодки. О нет! Там кто-то ходит. Давай быстрее, блядь! О, видали, как я хуйнул? Тух-тух-тух-тух-тух, надо было быстро. А весло-то где? У меня с собой. Это они. Они забрали Лин. Я близко. Я почти на месте. Я грибу, правильно сказать. Я грибу, Лин. Культисты хотят ее смерти. Те добрые христиане. Потому что Бог сказал, что она должна умереть. Но есть и другие еретики. Хотят, чтобы она родила ребенка. Чтобы досадить Богу. Что они сделают, когда узнают, что ребенка нет? Я должен... Как их что, блядь? Зачинать. Лин, я иду. А я еще, кстати, не только иду, я еще и Steam. Вот так вот. Мы приплыли? Оу. Они кого-то бросили, блядь. Они сожгли челика и сбросили. А что мы можем снять? Вот это. Давай снимем эту хуйню. А это маленький, это что? Что я снимаю? А, они сюда трупы сбрасывают. Мило. Поджигают трупы и сбрасывают. Я на что-то уперся. Давай греби уже.
Нам не здесь спешиваться, я просто думал, может быть, здесь. Нам, видимо, дальше. Через тела. Пацаны, я не сильно вас побеспокою, да? Мне просто по-другому, ну вообще никак. Ну и слава богу. Ну и слава богу. Бля, мог бы и лучше вот тут, конечно, заколотить. Или закрутить. Идет сохранение. Что случилось? Когда я уже пришвартуюсь? Опа, по-моему, побежали. Куда втопили, ребята? Вы хотите меня обогнать? Никто не может обойти меня в этой гонке. Пойдем справа по дереву. Ебать, колотит. Что у вас там за рофлы, блядь? Что за хуйня? Вы слышали? Это, видимо, остров локальных мемеров. Давайте преодолеем. Стоп! Пизда. Давай задом теперь. Блять, как неудобно, когда управление поменялось, вы бы знали. Все кнопки наоборот. Скорее, блять, скорее. О, пизда. Приплыли. Да ладно, чё уж фак. Там водопад, скорее всего. О, давай на сушу. Е, сушу, там водопад, да? Что там творится? Я хочу посмотреть, если там водопад. Дерьмо, черт, плот. Пожалуйста, не уплывай. А где он? Он уже уплыл, скорее всего. Все, его нет. Главное, что камера работает после того, как я покупался. Можно спрятаться в пень. Там наверху кому-то хуёво. Ну ладно, хуёво человеку, чё, не будем мешать. Перебраться, да какой там? Ой, блядь, по-моему, это я совершил ошибку, да? Разреши мне помочь тебе. Каким образом, блядь, я утону сейчас. Ух, что за хуйня? Я тонул, да, я тонул. Все, потонул. Что там было, блядь, снизу? Это, видимо, ну, не стоило мне так прыгать, да? Попробуем сделать это еще разок. Типа тяжело бороться с течением, все такое. Так на самом деле есть, но течение здесь не очень сильное, сразу вам скажу. О, тут кто-то рыбку вялит. Что такое? Что случилось? Почему нет? В чем проблема-то, блядь? Вот, толкать. Оп! Ну все, пойдем. Че париться-то? А, ты, нет, в смысле... Ну пизда тогда. А я могу назад попробовать? Эх, почти. До плота, кстати, почти догрёб. Я подожду. Не смотри по сторонам. Кстати, меня тут сохранило. Это очень меня радует. Не смотри по сторонам, просто иди. Любовь нас освободит. Да. Бро, ты любишь? Я уверен, что любишь. Давай сделаем фотку. Я люблю, скажешь. Как же это мило все-таки. Пойду до плотика, до своего. Использовать. Я уверен, это были варианты сходить куда-то еще, но я не хочу.
Я парень из другого теста. Ой, блядь. Аккуратней. Какая-то хуйня меня преследует по этому ущелью. Бля, тут начинается опять крутой спуск. А мы между сейчас. Оп. Блядь, ну не, если бы это было реально, то я бы уже улетел вниз снова. Что я вам, сукам, сделал? Блядь, как тяжело управлять этой лодкой. Вон пещера. Нам точно туда. Как бы нам... Ай, блядь. Тут не припарковаться. Полное право тогда. А, быстрее жми! Все, молодец. Там, блядь, прыгают троглодиты, вы видели? Я видел. Два троглодита. Вправо. Ты с ума сошел. А теперь вперед. Троглодиты тоже в эту воду, кстати, не прыгают. Полная лево. Ты еще это? Они побежали, побежали. Смотри, смотри. Блять, камеру с меня сняли. Блять, не дают посмотреть в приближение. Что творите? Ужас. Что-то ускоряется. Оп. Оп. Пизда. О, что это? Плот развалился. Держись на остатках. Ебать, я через стену прошло у меня что-то. Ну, на трех поплывем. Правда, баланс теперь вообще хуевый. Должно переворачивать его постоянно. Но я вроде стою нормально на коленях. Что странно, кстати. О, это мост, с которого я летал. Разве нет? За железной дорогой. А это что? Ого. Это шахта. Это, блядь... Да это Челябинск. Мы приплыли в Челябинск. Назвали меня отцом. Уже не... Ого, уже несколько месяцев не было? Хуёво, братишка, хуёво, что сказать. Ну-ка, ничего. Ой, блядь. Меня кто-то уронил? О, хуйня. Идите нахуй, блядь. Вот уёбки. Блядь, смотри, что творят. И как же мне съебаться от них? А вот сюда надо было. Тут мы побежали. А тут нельзя. Ну, я хуй знает. Будем просто бежать вперед сейчас. Ну, поехали. Тут он не поднимется, да? Да, тут он не поднимется. Нам надо по мелководью вон туда. Вон, вот, видимо, здесь надо. Уай, блядь, опять секс. О, это школа, что ли, снова? О, это... Ой, блядь. Да ты что? Ой, ёбаный в рот. Да ты ёбу дала, хуйня, не надо, пожалуйста, блядь. Я же ничего не вижу. Ебать, колотить, ребят, мне пизда, она меня догоняет. И рано или поздно эта хуйня меня, сука, догонит. Я вижу, как расстояние между нами сокращается, но я ничего не могу поделать. Нет! Да! Поднимайся, блядь! Эта хуйня еще здесь? Её больше нет. Я справился, у нас есть два выхода. Есть мужской туалет и женский. Нам почему-то в женском горит свет. Я пойду погуляю. Очковая кобра, блядь, всегда гуляет перед тем, как что-либо делать. Я пойду в этот выход. Ну, конечно, блядь, захотел. Что-то бассейн был какой-то охуенно большой, не находите, когда я бежал по нему? Можно судить. Я пойду в свою сначала, в мужскую. У нас тоже вот есть свет. И выход у нас тоже в мужской есть. Но только хуёвый, к сожалению. Здорово. Опа. Никого. Жалко, даже батареечки не положили. Вот так вот хуёво у нас в мужском туалете. А в женском как дела?
Там кто-то моется. Ой, ебаный в рот. Блядь, чё ты долбишься? Тебе помочь? Ой, блядь. Вызовите сантехнику, пожалуйста. Тут подтекает. Томатный сок, видимо, сегодня на обед у нас в столовке. Блять! Побежали вместе. Ты куда? В мужской пошла? Ты меня испугала, блядь. Меня аж передернуло. Бежим, блядь, бежим. Я с тобой вместе. Я бегу на свет. Нет, стой. Я не бегу на свет. Я видел комнату. Ха-ха. 111.6 блокируется. Жаль. Свет озарил мою больную душу. О, блядь, не-не-не-не. Хуйня, давай не будем о плохом. Она уже бежит? Должна. О, нет! А, ну и катись нахуй тогда. Я сюда пойду. Ублюдок. Это было не сильно страшно, кстати. О, очень мило с вашей стороны. Я закрою. Компухтеры. О, батарейка для кудахтеров местных. Да, нихуя не видно. Там в одном, кстати, монитор горит. Пойдем искать. А, это тут лампа. Опа, записочка. No Lin is worry Han Lin. Я уверен, можно из этого нормальные фразы собрать, потом будет в итоге. Если кто-то посидит, запарится.